Всем привет, это эффект Призм, и сегодня я покажу, как сделать три эффекта для создания фантастической атмосферы в вашем видео без использования Fusion. Погнали смотреть! DaVinci позволяет создавать эффекты не только во вкладке Fusion, но и на вкладке Edit. Давайте посмотрим, какие эффекты можно сделать. Берем любое видео, закидываем на таймлайн. Здесь нажимаем Effects. Здесь появляется интерфейс выбора эффектов. Выбираем папку Effects и здесь находим Drone Overlay. Drone Overlay накладывает вот такой вот интерфейс на наше видео. И для того, чтобы его настроить, в инспекторе переходим во вкладочку Effects. Здесь можно перекрасить эти линии, элементы интерфейса. Например, вот так. Это цвет сетки. Цвет кругов можно поменять. Ну и других элементов интерфейса. Дальше. Здесь можно настроить расположение прицела по центру. Например, можно сделать так, чтобы он следил за машиной с помощью ключевых кадров. Например, вот так. Вот так вот. И можно сделать, чтобы элементы интерфейса светились. Это делается параметрами Glow Brightness и Glow Size. Тут уже можете настроить на свое усмотрение. И эти параметры также анимируются. Следующий эффект — Digital Glitch. Давайте найдем его в папке Effects и перетянем на видео. Отлично подойдет для визуализации глюков камеры, либо же для перехода в стиле sci-fi. Так он выглядит, он немного потормаживает, потому что требует достаточно много ресурсов, поэтому если у вас слабая видеокарта, то ему понадобится время, чтобы закашироваться. Настроек у него совсем немного. Вы можете настроить ширину эффекта, его высоту, позицию по X и Y и скейлинг. Ну и последний эффект на сегодня – это эффект ночного видения. Находим эффект Night Vision, перетаскиваем его на видео, переходим в инспектор во вкладку Effects. Здесь вы можете настроить его цвет, не обязательно он может быть зеленым, может быть пурпурным или любым другим. Кроме того, из интересных настроек есть Pixel Frequency, регулирует степень пикселизации, как видите. А также вы можете сделать простую цветокоррекцию, подредактировать гамму, контраст и яркость. Ну что же, я надеюсь, это видео было вам полезным. Всем пока!